Уроки для хореографов прошли в детской школе классического танца. Что нового узнали учителя танца в ходе методического дня, узнала и увидела Милана Поварницына. Итак, мы пришли с вами в гости пить чай. Угощают чаем, блины пекут и так далее. Значит, мы сначала смотрим направо. Это развитие отдельных групп мышц. Направо, прямо. Все, чему участники творческой лаборатории могут обучить своих учеников, они вначале пробуют на себе. Таким образом, хореографы изучают и методику подготовки и проведения уроков детской ритмики. В ход идут не только руки, ноги, но и всевозможные инструменты. Мастер-классы для участников методического дня проводят известные педагоги. Так, на уроке по детскому танцу своими секретами делится преподаватель хореографии Вятского колледжа культуры Ольга Калугина. На ее занятии Юлия Смольникова не в первый раз. Кроме того, девушка когда-то училась у Ольги. Очень много на данном мастер-классе для нас дала новое и что-то вспомнили забытое старое. Вот, спасибо огромное. Для своего коллектива, для ансамбля «Ветерок» я получила очень много знаний и хороших эмоций. Подобную творческую лабораторию детская школа классического танца проводит уже четвертый год. Она всегда востребована. В этот раз в ней принимают участие более 30 хореографов. В течение дня педагоги выбирают те мастер-классы, которые им наиболее интересны. Посещение бесплатное, и это играет немалую роль для начинающих хореографов и специалистов из глубинки. Мы берем разные направления, которые будут интересны всем хореографам, потому что, например, в направлении классический танец уже вот на таком серьезном уровне работает очень немного коллективов города. Вот. В основном, конечно, у преподавателей востребованы вопросы, касающиеся детского танца в первую очередь, потому что с детьми разного возраста работают все. Вот. Ну и, конечно, это народный танец, который мы также поддерживаем, как и классику, и развиваем. В рамках встречи хореографов также прошли открытые уроки школы классического танца и обсуждение методических вопросов, проблем педагогики и психологии. Завершился день по традиции концертом юных балерин. Милана Поварницына, Максим Козлов, Вести, Кировская область.